Улдай Мукушева стоит в очереди на землю с 2004 года. По словам женщины, свои 10 соток она должна была получить еще 3 года назад. Напомним, что в 2009 выдача земельных участков была приостановлена в связи с введением поправок в генплан города. Но в сентябре этого года выдачу возобновили. По словам женщины, это давало надежду, что проблема в ближайшее время разрешится. Ведь у Улдай муж инвалид и двое взрослых сыновей, которые вот-вот создадут свои семьи. А участок земли был бы очень кстати. Однако конца и края в этой истории не видно. Разрешение надо с акимата. Люди не подходят за 2003 год. И этот самый, нам будет давать, если с акимата разрешение даст, за 2004 год нам будет давать землю. Ну вот мы ждем, вот каждый месяц 2-3 раза приезжаем. Мы тоже с работы отпрашиваемся, устали уже. Сколько лет уже, считай, уже 11 лет ходим. Таких, как наша героиня, вставших в очередь на землю в 2004-м, 1700 человек. Для многих из них этот участок земли – спасение. Вон тут тоже ездили. Нам положено 10 соток, мы все никак не можем их получить. Сейчас живем в доме родителей. У меня 4 детей, 3 сыновей с семьями живут с нами. Столько человек под одной крышей. С 2004 года стоим в очереди, с тех пор живем обещаниями. Туда-сюда посылают. Я вот на даче живу, мне нужен этот участок. Эти женщины также не могут получить свои участки якобы из-за тех, кто встал в очередь в 2003 и до сих пор не оформил земли. Однако власти заявляют, если до конца года они не явятся, списки будут ликвидированы. Я не знаю, почему эти люди не являются. Может, потому что до сих пор не слышали о том, что выдают земли, живут в отдаленных населенных пунктах или селах. Но если до конца этого года они не явятся, списки будут ликвидированы. С нового года начнем выдавать участки тем, кто в 2004-м вставал в очередь. Ведь мы в течение последних 2 месяцев ждали. Списки публиковали в газете, направили в ГУВД, чтобы их нашли. По словам Жумарта Сарманова, участки выдаются в Кызылжаре, в поселках Созда-2, Акжар, Акшат, Новостепановка, Жанаконос и других. Всего с 2003 по 2014 годы в очередь на землю встали 98 тысяч актюбинцев. Асель Кинжалина, Алексей Уразов, программа «Факт».